С вами канал Улицы Москвы. Мы на Садовой Кудринской улице. И это часть Садового кольца. Двигаемся от Кудринской площади по направлению к площади Триумфальной и улица Большая Садовая. Здесь, что интересно, еще не сняли троллейбусную контактную сеть. Хотя троллейбусы уже тут 3 года как не ходят. Но вот этот участок Садового кольца вроде бы как проходил реконструкцию самым первым. И тогда еще было предусмотрено сохранение троллейбусного движения. Поэтому здесь контактная сеть осталась на этом участке. А на тех участках, которые уже делали в 2017 году, ее нет. А вот, кстати, московский зоопарк. Еще один вход. Так, детский зоопарк. Угу. Что-то они разные, что ли? Но основной вход в московский зоопарк — это у станции метро Краснопресненская. Мы сейчас двигаемся в обратную сторону, к Маяковской. Здесь также вот высадили деревья. Это также входило в план реконструкции. И вроде бы как расширили немного пешеходные зоны. На той стороне находится квартал Патриаршие пруды. Сбольный, Ермолаевский, Спиридоновка, Малая Бронная. Это один из самых, наверное, престижных микрорайонов. В центре, да и вообще в городе, соответственно. Здесь вот где-то проходит улица Зоологическая. Я думаю, мы постараемся найти данную улицу. Вот так, МГУА. Московский государственный юридический университет. Отсюда даже можно доехать до Нагатинской.
прямым автобусом маршрутом Т-10. Правда, сколько вы будете ехать, мало кто может ответить точно. Поскольку и не всегда можно предсказать прибытие этого маршрута. Ну и где он там в пробках будет на поворотах стоять тоже. Он идет по западному полукольцу, так скажем, Садового кольца. Так, Федеральная антимонопольная служба. Ха. Выглядит как театр какой-то. Это вот типа монополия, да? Государственный проект. Ну, двигаемся далее. Нумерация тут от Кудринской площади. То есть по часовой стрелке получается. Больница имени Филатова. Жилой дом. Ой. Да, ничего, такие домишечки в 19 веке были. Достаточно долго.